Развитие социального партнерства, особенности регионального развития. Под таким названием в Теректинском районе прошел региональный форум, посвященный Дню профсоюзов. В мероприятии приняли участие члены президиумов профсоюзных организаций Мангластау, Атрау, Актобе, а также председатели районных и первичных профсоюзных организаций. Региональный форум посвятили Дню профсоюзов Казахстана. Цель встречи – решение актуальных проблем, систематизация обязанностей профсоюзов, защита прав членов профсоюзов в рамках социального партнерства. Представители регионов выступили с докладами о работе на местах по обозначенной теме. Наша задача, естественно, это защита социально-трудовых прав наших членов профсоюза. Потому что, знаете, сейчас идет активная модернизация, реформирование государственной службы. Объявлена государственная социальная политика. И здесь, конечно, есть для нас большая ниша для работы, в том числе по защите социально-трудовых прав, возможные сокращения на госслужбе, возможные оптимизации и так далее. В ходе мероприятия был отмечен ряд сотрудников, активно участвующих в движении профсоюзов и в развитии социального партнерства. Нагрудными знаками наградили лучших в своем деле членов организации. Работа профсоюзов не столь заметна, но очень нужна работникам. Поэтому здесь мы обмениваемся опытом друг с другом. Как эффективно следить за выполнением всех обязательств со стороны власти и работника, как совершенствовать наши направления, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия труда и социальную поддержку. В завершении форума его участники приняли участие в тренингах и получили возможность обменяться опытом с коллегами на открытой площадке. Алмагуль Джампейсова, Дастан Бижанов, Асылжан Кадим, телеканал Акжаик.